Компания Ginkgo предлагает вашему вниманию мастер-класс главы японской фирмы US Park Professional господина Янгсу Парк. Он расскажет об особенностях своей продукции, расчесок, щеток и других аксессуаров, известных ведущим школам парикмахерского искусства, таким как Академия Видал Сассун, Тони энд Гай, Долорес и другие. Мы всегда говорим «мастерство в руках», но много ли получится сделать пустыми руками без инструмента? Каждый инструмент из коллекции YS Park – произведение искусства. Сочетание уникальных материалов, технологий и традиционного японского качества по достоинству оценили самые знаменитые стилисты. YS Park – парикмахерский инструмент, который заботится об эргономике, удобстве и скорости использования, дизайне и экологичности. Но главное, YS Park заботится о здоровье волос. Компания имеет более 100 международных патентов на свою продукцию. Инструмент, созданный парикмахером, заставляет бережно относиться к волосам, к людям и уважать экологию. Инструмент для парикмахеров YS Park обладает уникальным дизайном. Он позволяет работать быстрее, а значит проще и разумнее. Инструмент YS Park выбирают самые успешные стилисты в мире, а также те, кто стремится покорить вершины карьеры. Максимальный результат при минимальных усилиях. Простота и скорость и экономия природных ресурсов. Правильно выбранные инструменты и техника его использования повышают уровень мастерства. Профессионал знает, какой нужно использовать инструмент и для какой цели. Время – самое дорогое в жизни стилиста. Волосы – это живой материал, который необходимо оберегать от повреждений в процессе работы. Фирма YS Park прикладывает огромные усилия, чтобы сделать производство своей продукции максимально бережным для окружающей среды. Это правило, а также забота о здоровье волос определяют и выбор материалов для всех изделий YS Park. Компания YS Park использует небьющийся антистатический материал, выдерживающий нагрев до 220 градусов. Большинство моделей расчесок выпущены также в серии «Нанокарбон» из натурального карбона. Являясь также небьющимся материалом, он обладает максимальным антистатическим эффектом. Некоторые модели выполнены из специального материала, позволяющего им легко гнуться. Особенно серия B2 для экстрачетких стрижек. Это позволяет идеально следовать линиям, например, при тушевке. Многие модели щеток YS Park имеют специальные вентиляционные отверстия. Они позволяют потоку воздуха от фена проходить насквозь. В итоге вы работаете быстрее, а результат более четкий. Щетки YS Park имеют идеальный баланс и форму. Отверстия в ручке позволяют облегчить инструмент и предотвратить прилипание к рукам. Грани на ручке позволяют легче поворачивать брашинги без спутывания волос. Щетина рабочего полотна термоустойчива, а увеличенный размер позволяет работать быстрее и четче. Чтобы снять статический заряд с волос, YS Park использует специальные запатентованные антистатические вставки. Эти щетки одинаковые, различаются только по цвету. Каждый ряд зубцов различный. Ряд, выдерживающий высокую температуру, ряд антистатик, ряд антибактериальный. Для создания большего объема, например, на челке, используйте первый ряд зубцов для нижнего слоя волос и далее для каждого ряда следующую прядь волос. Специальная текстура поверхности не дает инструменту выскальзывать из рук даже при быстрой работе. Данная модель щетки YS Park имеет продувающиеся вкладки для быстрой смены характера инструмента. Со вкладкой используйте щетку как брашинг, без нее – для создания большего объема и мягкости. Фирменные элементы дизайна YS Park служат для облегчения и прочности конструкции и позволяют с первого взгляда узнать стиль YS Park. Укороченный первый зубец на расческах служит для быстрого и легкого отделения прядей. Отверстия, расположенные через 1 см, позволяют быстро проверить четкость стрижки, способствуют удалению влаги с рук и дают дополнительный контроль над инструментом. Большинство стилистов используют очень длинные зажимы для большого объема волос. Я разработал специальные зажимы, соответствующие по длине пальцем руки. Они превосходно держат волосы, не соскальзывая, и по форме напоминают акулу. Оптимальное расстояние присушки феном до щетки – 1 см для наименьшего повреждения волос. Данная щетка изготовлена из дерева со щетиной дикого кабана и специальных силиконовых зубчиков. В зависимости от выбранного стиля, эта щетка служит как для укладки, так и для создания локонов. Этот брашинг, как и все брашинги YS Park, имеет деревянное основание.
Рабочее полотно покрыто турмалином, а пластиковые щетинки – ионами серебра для антистатичного и антибактериального эффекта. Этим брашингом можно пользоваться для ежедневного вытягивания волос вместо утюга. Отверстия расположены по всему рабочему полотну брашинга, а также в его основании для быстрого достижения результата. Для создания стиля я использую брашинги разного диаметра для каждого слоя волос. С помощью этого брашинга можно подвивать прядки таким образом. Обратите внимание на данные модели щеток. Есть более жесткие или очень мягкие подушки для различного типа волос. А эти модели щеток имеют выпуклую подушку, что дает больший радиус при укладке для большего объема. Благодаря отверстиям в основании ими легко укладывать. Некоторые модели подходят для расчесывания и укладки наращенных волос. Очень важно узнать пожелания клиента. Будущую стрижку я показываю в 3D-проекции с помощью специального зеркала. А этой расческой я создам объем и структуру в затылочной части головы. Особое новшество – круглые зубцы. Модели с этой технологией идеальны для быстрой стрижки и создания структуры. У них очень мягкое натяжение. Двигаясь по радиусу, волосы всегда сохраняют ровный угол даже при горизонтальном или диагональном отчесывании. Это самая лучшая расческа для создания стрижки. Обычно, если использовать обычную расческу, нужно произвести стрижку в несколько этапов. Сначала состричь линию, а потом отфилировать. Расческой с круглыми зубьями этого можно достичь в один прием. Эти расчески выпускаются только компанией YS Park и по праву заслужили особое внимание мировых стилистов. С помощью специального зеркала я проверяю четкость стрижки. Это зеркало содержит диагональные и вертикальные линии, а также уровень для четкого определения линий. Основную часть стрижки мы стригли с помощью расчески с круглыми зубьями. Челку мы сделаем асимметричной с помощью расчески увеличенной длины для более четкого среза. По сравнению с классической расческой, данная модель позволяет захватывать большие пряди волос. Для создания четкой линии возьмем короткую расческу. Обратите внимание на специальный воротник, на котором изображены линии. Они позволяют без труда создать четкую ровную линию. Также на нем отображены сантиметры для создания определенной длины. Это удобно, например, при стрижке каре. Это модели щеток для укладки с 7 и 9 рядами. Они отличаются от этой модели длиной полотна. У модели, которую я показывал ранее, полотно длиннее, а следовательно, она захватывает больший объем волос. Я буду использовать щетку с 7 рядами для данного типа волос. Сейчас я продемонстрирую наиболее популярные типы брашингов нашей компании. Это щетка половина брашинга, что дает больший радиус для большего объема. Это брашинг используется как утюг, его основание покрыто турмалином для обеспечения постоянной температуры без повреждения структуры волос. Щетина обработана ионами серебра для антистатического и антибактериального эффекта. Эта щетка используется для создания локонов, а это для вытягивания прядок. Все щетки содержат отверстия как снаружи, так и изнутри. За счет этого происходит быстрая сушка волос по всей длине без повреждения волос. В щетке для локонов щетина дикого кабана чередуется со специальным пластиком, а в этой они расположены вместе. Сейчас я продемонстрирую разницу между этими щетками при создании завитка. С помощью щетки утюга создается легкий завиток. А с этой щеткой больше видна структура стрижки. Важно производить укладку этими щетками на полувлажные волосы. А сейчас я вытяну оставшиеся волосы этим брашингом. В нем используется щетина дикого черного кабана и покрытые ионами серебра нейлоновые щетинки. А эта щетка используется для начеса. У нее уникальное устойчивое основание, а укороченный ряд щетины очень удобен для краевой зоны. С расческами и щетками YS Park Professional вы можете подробнее ознакомиться на нашем сайте.